Как создать киносайт бесплатно? Если вас интересует, как создать сайт для видео или вы хотите создать сайт для фильмов, тогда внимательно смотрите это видео. Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие зрители! Я вас приветствую на новом обучающем видео, в котором я вам покажу, как создать онлайн-кинотеатр. И не просто онлайн-кинотеатр, а любой сайт, на котором вы планируете размещать видеоконтент. Неважно, что это будут. Фильмы, мультфильмы, ваши личные видео, ваши видеоработы. Может, вы моушн-дизайнер, и вам нужно размещать свои видеоработы. Да? В общем, этот сайт будет полезен для каждого, кто хочет сделать видеоконтент. И да, у меня были видео в прошлом, позапрошлом году о том, как создать онлайн-кинотеатр и любой видеосайт. Но они немножко устарели, эти сайты. Я вам сейчас покажу, как очень быстро можно создать свой собственный сайт. Буквально там в течение часа вы сможете все подстроить под себя и далее развивать. Далее вам останется лишь развивать свой сайт. Итак, что нужно сделать? Для того, чтобы создать сайт, вам нужен домен. Это адрес, по которому будет находиться ваш сайт. Хостинг. Это пространство, на котором будут размещены ваши файлы вашего сайта, потому что любой сайт — это лишь набор файлов и папок. Вам нужно будет установить на ваш домен, то есть разместить на вашем хостинге, систему WordPress. WordPress — это система, которая позволяет создавать сайты без знаний программирования. Если у вас все это уже есть, установлено WordPress, то внизу, то видео разбито на главы, и вы можете переходить к следующей главе. Если у вас этого нет, то тогда вы сейчас посмотрите врезку из другого моего видео, в котором я расскажу, как это все можно сделать. Посмотрите сюжет о том, как создать домен, хостинг и установить WordPress, и после присоединяйтесь к нам. Для того, чтобы вам разместить свой сайт, вам нужен домен и хостинг. Что такое домен и хостинг? Да, все просто. Домен — это адрес вашего сайта, хостинг — это пространство, то есть как бы сервер для размещения файлов вашего сайта. Ведь по факту сайт — это просто папка с файлами. Эту папку нужно хранить. Ее хранят на хостинге. Итак, для создания домена и подключения хостинга вам нужно зарегистрироваться на любом хостинг-провайдере. Из топов выделяют на российском пространстве, вернее, на русскоязычном пространстве. Это Bagit, MacHost, RootCenter, Rag.ru. Я пользуюсь международным интерсервер. Все ссылки на этих все хостинг-провайдеры будут у вас в описании под видео. Ссылки не реферальные, я с них ничего не зарабатываю, поэтому, чтобы быстрее все это нашли. У каждого хостинг-провайдера есть своя панелька, да, личная. Ну, есть, допустим, у некоторых используется какое-то общее решение, как у меня интерсервер, используется C-панель. По интерфейсу они все различаются, но суть одна и та же. Вам нужно создать домен, то есть доменное имя, потом подключить это доменное имя к хостингу и установить на этом хостинге систему, и установить к этому домену на хостинге систему WordPress и перейти в панель редактирования WordPress. Да? Если возникнут с этим какие-то проблемы, напишите мне, я вам помогу. Все ссылки, кстати, для связи со мной есть в описании под видео. Я буду размещать сайт на поддомене. Что такое поддомен? Например, у вас есть интернет-магазин, да, допустим, там shop.ru. И вы хотите создать отдельный сайт, допустим, одностраничный сайт или другой интернет-магазин, например, под категорию джинсы. И вам не нужно создавать новый домен, платить за него снова. Да, кстати, домен в зоне ru, то есть на русскоязычное пространство, стоит сейчас, наверное, 170 рублей где-то в год. Если на весь мир, то в зоне com в районе, наверное, 700-800 рублей. Есть же так еще расширение Store, да, именно для интернет-магазинов, то есть на весь мир, там оно подешевле, оно растет в районе 200 рублей, но я не советую его брать, потому что, ну, что такое, если вы создаете что-то, то лучше один раз заплатить, допустим, если вам на весь мир нужно, то 800 рублей — это ничего в год. Да, а хостинг стоит примерно где-то, наверное, сейчас 250 рублей в месяц, право размещения вашего сайта в сети. Ну, допустим, на хостинг-провайдере Bagit, там первый месяц вообще бесплатный хостинг. Поэтому смотрите сами, выбирайте. Итак, что такое поддомен? Например, у вас есть домен shop.ru, и вы хотите создать отдельный сайт для размещения товаров по продаже джинс, да? И вам не нужно создавать там, например, джинс, название магазина вашего, заново платить за новый домен. Вы можете создать в рамках существующего домена shop.ru
на поддомене, например, он будет у вас, например, называться jeans.shop.ru, и это будет в рамках этого хостинга, но уже на отдельном сайте, и поэтому так можно много создавать сайтов. Например, у меня интерсервер, он у него нет лимита на количество сайтов в рамках одного домена. И вот смотрите, я перехожу в свой, у меня вкладка есть специальная субдомен, снизу я выбрал свой домен, да, как видите, у меня много различных сайтов. А здесь просто нужно ввести название поддомена. Он будет у меня называться r-fashion. Да, кстати, если вы знаете, у вас есть домен хостинг, если вы знаете, как это все делать, у вас видео разбито на главы, и вы можете прям переключаться по главам, чтобы перейти к интересующей вам тематике побыстрее. Так, ввели название субдомена, create, создался наш субдомен, перехожу в главную панелечку. Теперь нам нужно установить WordPress на наш этот поддомен, тут есть специальная вкладочка, скрипт, и вот WordPress я выбираю. Да, и здесь мне нужно install, сюда кликнуть, выбрать созданный поддомен rfashion. Далее, если здесь директория VP, я VP удалил, то есть чисто в эту директорию rfashions.alexbashi.com нужно установить. Ну и название магазина, допустим. Можно потом его изменить, но я сразу сейчас все сделаю. Fashion. И вот тут имя и пароль, да, по имя, допустим, я Fashion поставлю. А пароль, допустим, сгенерирую новый. E-mail подключаем, на которым будут приходить все уведомления. Я рекомендую вам сразу подключить тот e-mail, который вам нужен. Потом, чтобы не было проблем с переподключением. Так, все верно. И язык консоли. Я обычно английским пользуюсь. Ну, так как из всех зрителей, не все зрители знают английский, поэтому я русский поставлю. И install. Начинаем установку. Происходит установка WordPress. И вот посмотрите, мне сгенерировался адрес моей консоли. Но если у вас не сгенерировался адрес консоли, то у вас выйдет логин и пароль. Обязательно запишите его. И потом смотрите, вы вводите, точнее не так, в адресной строке браузера, вы вводите, получается, название вашего домена, ставите слэш и вводите vp-admin и заходите. Я просто кликаю по ссылке. Так, если вы будете создавать хостинг и создавать домен и подключать хостинг, то не пугайтесь, у вас потребуется некоторое время на активацию вашего домена и подключение к хостингу. Это может занять от часа до суток, поэтому как бы не пугайтесь, все нормально, все идет, процесс идет своим чередом. Но если больше суток, там двое-трое суток, ничего не происходит, то напишите службу поддержки, вам помогут. Итак, смотрите, открылась моя консоль редактирования. У нас теперь все есть, установлена система WordPress, и вы перешли в свою консоль редактирования по адресу названия вашего доменного имени слэш vp-admin, да, и вы попадаете вот в такую панельку. В первую очередь нам нужно установить тему оформления. Эту тему оформления, на основании которой я буду показывать, как разрабатывать онлайн-кинотеатр, то есть видеосайт, вы можете получить у меня. Для этого вам нужно написать мне либо на почту, либо в личку в социальные сети, либо заполнить форму. Все ссылки есть под видео, так что смело пишите. У меня где-то 10 экземпляров тем, так что пишите, я вам предоставлю эту тему оформления. Что мы должны сделать? Я вам дам ссылку на скачивание темы оформления. Вы скачиваете архив, его разархивируете. И далее, что вам нужно сделать? Внешний вид темы. Добавить новую. По этой кнопке кликайте. Выберите файл. Заходите в разархивированную папку. Вот эта папка вам package нужна. И здесь вам нужен вот этот архив. Два раза кликайте по нему. И он подсоединяется вот сюда. Теперь кликайте по кнопке установить. И начинается процесс установки. Он может занять некоторое время. Все. Как вы видите, у нас все хорошо установилось. Теперь кликаем активировать. И вот наша тема активна. Я вас с этим поздравляю. Но для этой темы нужны некоторые плагины. Для этого кликайте вот по этой ссылке. Установить плагины. Выделяете все, что здесь есть. Выбираете в этом раскрывающемся списке установить. И кликаете по вот этой кнопке добавить. И начинается установка всех необходимых плагинов. Сейчас вам нужно немножко подождать. Итак, у нас все плагины установились. Теперь нам нужно
перейти вот сюда в главную консоль. Теперь, когда у нас все установлено, теперь, когда мы установили все плагины, нужно перейти в активацию плагинов. Для этого кликаем вот по этой ссылке, выделяем все плагины, Activate и применяем все действия. Все, у нас теперь все активировано. Теперь заходим в Tool, внешний вид, импорт демо дата. Нам нужно, у нас есть чудесная функция, для того чтобы заново не настраивать весь сайт, нужно импортировать те настройки, которые предусмотрели разработчики по умолчанию. Итак, нам нужно кликнуть вот по этой кнопке, и начинается процесс импорта. Сюда импортируются шаблонные посты, шаблонные изображения и все необходимые настройки. Теперь вам все, что нужно сделать, это подождать. Наши все данные успешно импортированы. Теперь давайте перейдем на сайт и посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, у нас все прекрасно настроено. Смотрите, здесь будет отображаться личный кабинет ваших зрителей, то есть они могут у вас залогиниться. То смотрите, какая навигация идет. Идет навигация, тут главный баннер, странички, вот тут можно выставлять фильмы, да, либо не фильмы, либо ваши видео какие-то самые главные. Тут рассказывать информацию, ну, расположить информацию о вашем сайте. Здесь также можно, да, выложить какое-то кино, можно полностью посмотреть все фильмы. Тут тоже какая-то информация, тут, допустим, можно поставить информацию о вашей подписке. Ну и дальше перейти, допустим, фильмы, да, а наверху фильмы. Сайт сделан по принципу блога. Есть категории, есть сами фильмы, которые относятся к этой категории. В принципе, да, но только записи, вот этот фильм, это отдельная запись, но которая не имеет дизайн записи. Например, давайте перейдем вот в этот фильм и посмотрим, какой дизайн имеет карточка с фильмом. Ну вот смотрите, здесь вы можете, допустим, использовать не YouTube, а выгружать сюда свои фильмы, допустим, не с YouTube, а можете на YouTube, можете email загружать, можете установить плеер, ну, можете установить плеер для того, чтобы сразу выгрузить всю базу с фильмами. Презентация фильма, либо трейлер, либо сам фильм можете разместить, либо не фильм, допустим, а свое видео какое-то, да, повесить. Далее тут описание, все необходимые данные, и далее идет рекомендованные комментарии. Ну и опять же, вы можете расширить эту карточку, добавить в новые блоки, добавив какое-то описание, какой-то текст. Все это расширяется, все это меняется. Да, и если мы перейдем на главную страницу, опять же, их тут много страниц можно сделать. И тут, допустим, вот тут прямо вы можете кликнуть по кнопке Play. И также происходит переадресация в карточку. Все великолепно работает. Тут же есть возможность добавлять, в общем, у пользователя имеется возможность добавлять фильмы в свои карточки и формировать свои карточки с фильмами, как это реализовано, допустим, в Яндексе. Я проанализировал многие видео и темы, которые есть на WordPress. Вот это сейчас самое лучшее. Так что я вам крайне рекомендую, если вы хотите свой видеосайт, я вам крайне рекомендую сделать сайт на основе этой темы. Для всех тех, кто получит от меня эту тему оформления, я также предоставлю бесплатно все курсы свои, то есть курсы по настройке видео и видео сайтов. Также предоставлю полностью курс по разработке всех видов сайтов на WordPress. Там именно работа с WordPress, как создать слайдер, как поставить карту, как прикрепить соцсети. Прям вы все эти знания сможете применить к настройке этого видео сайта, ну и плюс вы сможете вообще создавать любые виды сайта. Для всех, кому интересно это предложение, пишите мне в личной сети или на почту, либо заполняйте форму, все ссылки есть под видео в описании. Пишите мне, я вам предоставлю эту тему оформления, и вы настроите свой видео сайт. А на сегодня у меня все, до встречи в следующих выпусках.